Друзья, всем привет! Вы на канале «Мужские интересы», с вами Роман. Сегодня даже не думал, что выйдет какое-то видео, даже не собирался как бы и ходить по воде. Решил у меня как-то, ну там времени буквально часа полтора было свободного, решил я отскочить здесь. Вспомнил, по детству мы ездили купаться на маленькие такие карьерчики. Ну и думаю, съезжу, посмотрю, может там и до сих пор люди купаются, пляжики маленькие были. Может никто еще и не ходил здесь, и что-то придет, ну, получится найти, невыбитое место будет. Короче, поехал я поглядеть, есть там люди или нет. Приезжаю, никого нету. Ну, думаю, зайду так, ну, смотрю на время, 40 минут. Во, еще на камеру снимаем, еще полбатареи даже не израсходовал. Буквально походил в воде минут 20. Ну, радости нет предела. Буквально второй сигнал, наверное, я поднимаю большое обручальное кольцо. Это вообще меня аж затрясло, я не поверил своим глазам, что вот так вот, зашел сразу. В общем, весы у меня есть, пришли, с Китая заказал. Взвешу, сколько грамм, покажу вам, что это не подброшено, там есть, кто понимает, кто копал золото в воде, которое долго лежит, знает, какое оно патиной покрывается. Вот я покажу, что оно здесь есть, что я не подбрасывал ничего, так что смотрим. Время, как я и говорил, поджимало. Всего лишь там грубо полчаса мне давалось на коп, и нужно было ехать по делам. И вот заход совсем небольшой, буквально там, наверное, рыбаки ловят рыбу или кто-то когда-то заходит ополоснуться, но вокруг трава, тина, как бы не поплаваешь, не покупаешься, но заход как таковой есть. И вот я решил его попробовать. Возможно, в советское время именно здесь и был пляж, но на данный момент здесь купаться практически невозможно. Дно оказалось сильно заилено. Вода практически сразу стала мутная после первого же копа. И первой находкой была пробка. Последующие несколько сигналов тоже были ни о чем. То попадались какие-то жестянки от консервных банок, то пробки. Но надежда была, так как место грязное, значит, никто до меня здесь не лазил, но не чистил. Утром позвонил мне друг и сообщил, что именно на этом водоемчике на днях отдыхали его знакомые и умудрились порвать цепочку серебряную с крестиком. Цепочку они якобы нашли на самом-самом берегу возле воды. А вот крестик найти не смогли. Ну и попросил меня, раз я еду сюда, чтобы заодно и поискал его крестик. Находок нормальных не было. В основном это был мусор, жестянки от консервных банок, пробки. И с каждым пустым подъемом с куба все надежды найти что-то ценное у меня таяли на глазах. Но я не отчаивался, ведь надежда умирает последней. И вот на одном из таких сигналов, который я бы отнес, наверное, ближе к пробке, я поднял скуп и просто обомлел. У меня затряслись руки. Это было кольцо. Первое мое желтое кольцо. Я сразу же начал искать пробы. И да, пробы на месте. И восторгу не было предела. Все, я сразу же одел кольцо на палец, дабы не выскочило вновь в воду, и стал выбираться на берег, чтобы отнести кольцо в машину. Заодно успокоиться, перекурить, рассмотреть более подробно, ну и сфотографировать на память. Вернувшись в воду, я еще проходил около 10 минут. И единственная находка, которая хоть чуть-чуть меня порадовала, это монета достоинством в 10 рублей российских. И я решил переехать на другой пляж. Благо он находился совсем рядом, буквально в метрах 40-50. Подъехать близко к берегу мне не удалось. К пляжу пришлось идти пешком. Пляжик был довольно чистый, песочек. Но, как оказалось, дно очень твердое, глинистое,
Скуп практически было невозможно воткнуть в грунт. Но здесь меня ожидал совсем пустой пляжик. Среди находок оказались только пробки, жестяные банки и больше ничего. Выйдя на берег, я попробовал позвонить сход к воде, зацепив пару сигналов, тоже решил копнуть их, посмотреть, но это тоже оказались пробки. Но все равно, адреналин играл по всему телу, и уже было не до копа. Я радовался той находкой, которая сделала сегодняшний день. Ну и так как время уже заканчивалось моего прибытия здесь, нужно было ехать по делам, я решил быстренько записать обзор и отправиться домой. Ну вот, друзья, такой результат. Ну, буквально, я говорю, минут 20, может, в воде находился. И вот, 10 рублей. Но они в плачевном совсем состоянии. Российские 10 рублей, не знаю, видно, не видно. Вот. Вот они. Вот, немного пробок, шмурда и всякого того. И вот она, красота. Ох, руки до сих пор трясутся. Вот она, вот где-то пробы. Сейчас покажу. Вот они пробы, видите? Вот они, две пробы. Вот он, внутри я перчатку потер, она блестит. Ну, на палец эти надевал, когда тер. А вот она снаружи. Вот такая, когда долго полежит в воде. Вот она, патина. Чтобы вы не сказали, что я подкинул там еще что-то. Вот. Видите, какой пятнами. То бишь, повезло мне сегодня, честно скажу. Третий выход всего по воде. И второе золото уже нахожу. Не думал, не думал. Ну вот, весы. Вот. Сейчас взвесим, посмотрим. 3,15. Вот 3 грамма. Грубо по 30 долларов. Ну, 100 грамм, это, 100 долларов считать. Если сдать налом. Приятно. Очень. Ну что, друзья, вы сами все видели. Больше 3 грамм золота. Буквально за 20 минут. Конечно, повезло. Может, я дальнейших и 100 раз выйду, ни разу не найду. Но я считаю это и благодаря вам. Часто вы мне такие пожелания пишете. Найти рыжика. Вот нашел. Ну, а взамен я вам желаю, кто ищет, найти в этом сезоне побольше рыжих изделий. Ну, ставьте лайки, закапывайте ямки. Ну и до новых встреч!